Че, любовь моя, 5% у мамы на телефоне. Пойдем. Мама не зарядилась нифига. В общем, до водоема мы не дошли с ним. Развернулись, там все копают. Трой, не надо, зай, пойдем домой. Дома попьешь. Сейчас чистенькую тебе налью там. Попьете. Пойдем, мой сладкий. Сейчас еще тальчику выведу. И все. Старшими, может быть, вечерком схожу. Сейчас пока надо все в свой привычный режим войти. Запустить все. Стиралку, посудомойку. Все на свете. Потому что да, дела сами собой не сделаются. Будем мой золотой. Умничка моя. Да, наверное, дождик был. Ой, все сырое. А вот Таня ничего не видела. Сали кричит под забором. Пойдем, трояж. Здесь идем? Да, молодец. Пойдем, пойдем. Да, хорошо. Иди вперед, по дорожке. Умничка. Сейчас погода такая хорошая. Не холодно, не жарко. Немножко душно, но ничего. Не прям, не пекло. Твой золотой. В субботу на занятие поедем. 6 вечера у нас в субботу занятие. Будет всего 3 собаки. Один из них Трой. Вот. Бежит домой, пить хочет. Сейчас попьет. Трая, здесь обойди. Молодец. Умничка моя. Фух. Пришли, да? Чумазый набегался. Ну, мой золотой.